Разницу чувствуете? За мной едет автобус. Так страшно. Мы сейчас как в фильме «13 этаж». Отправьтесь туда, куда никогда бы не отправились. Мне кажется, это очень красиво. Очень. Живая природа, нетронутый пляж. Вот прям нужно будет сделать такой челлендж. Ночь на диком пляже. Так, мы сейчас проехали музыкальную школу. Здесь, смотрите, такой базарчик, вербочку продают. Тюльпанчики. Так, друзья, после магазина Мэры мы решили поехать туда, куда никогда бы в жизни не поехали. Вот просто без навигации, просто едем и едем себе. Сейчас пристроились за какой-то машиной и едем туда же, куда и он. Не знаю, куда он нас привезет. Тут интересные, по дороге интересные, вон, видите, леса какие-то. Что будет интересного, я вам засниму, покажу. Так, и привез он нас в тупик. Здесь получается кольцо какого-то троллейбуса. Вокруг лес. Зеленая зона. И вот видите, троллейбус уже с людьми наготове. Нет, автобус, извините. Водители уже собираются. Получается то, что машина перед нами тоже не знала, куда едет. Вот она сделала кружок, и мы вместе с ней. Сейчас едем, не знаем куда. Интересно же. Так, чтобы вы понимали, где я нахожусь, это вот автобусная остановка в Акарбуле. Вот. И мы сейчас пойдем, я так понимаю, туда. Там к реке подойдем. Мы подойдем к морю, конечно же. Поверили, да, что к реке? К морю. Так, видите, с той стороны канал. А мы идем вперед. Тут такой лес, смотрю. Видите, березки лежат. Поломались, видимо, это после последних ураганов. Хотя выглядит, как будто давно лежат. Такой лес красивый. Гнезда видны. Видите? Мы идем дальше. Я ехала именно с той мыслью, что мы едем туда, куда бы никогда специально не поехали. Значит, я вам совсем мельком показала чуть-чуть въезд в Болдераю. И немножечко так город, чуть-чуть, что успела. Потому что мы ехали быстро в потоке машин. Впереди виднеется какой-то знак. Значит, мы на правильном пути. Так, вот знак, куда мы с вами приехали. Времени у нас очень мало, потому что у нас сегодня... Времени мало, потому что у нас сегодня еще... Мне еще сегодня вечером в церковь надо. Мы подготавливаемся к крестинам. Я думаю, что тут должны быть грибы. Вот прям чувствую грибное место. Скажите, как меня сюда занесло? Тебе что, в Юрмале море мало? Нет, ребят, здесь пляж должен быть особенный. Вокруг меня сосны, такая красота. Сейчас покажу, я уже что-то вижу. Что-то вижу. Смотрите, что делается. Вау, это куда мы с вами приплыли? А ну-ка подойдем поближе. Ребят, мы здесь первый раз. А ну-ка. Сейчас. Ой, мне что-то хочется вот сюда заглянуть. Вот эта Вера забрела. Смотрите, что здесь делается. Вот это пляж.
Смотрите, какой берег. Вау. Там даже, смотрите, в воде дерево. Так. Вау, здесь я буду, наверное, перешагивать через это. Да, я перешагну. Хапа. Красота, я вам хочу сказать. Красота. На этом фоне тоже хочется немножечко заснять видео. Ну, где вы такой пляж видели? Кто-нибудь из вас вообще был на этом месте? Красота нереальная. Очень красивый такой весь берег. Вау. Так, значит, это у нас река Лелупе. Сейчас вам покажу, что весь просто пляж такой. Посмотрите, весь такой берег. Вот. И нам надо далеко-далеко идти, я так понимаю, до поворота, чтобы подойти к морю. Мне кажется, это очень красиво. Очень. Живая природа, нетронутый пляж. Вот прям нужно будет сделать такой челлендж. Ночь на диком пляже. Вот это я забрела. Посмотрите, что делается. А тут, смотрю, свеженькие, видите, сосны. Ну что ж такое, почему вы упали? Кошмар. В ходе была табличка, что это природный парк. Вот реально, природный парк. Прям под каждым словом подчеркнула. Вон, видите, видимо, от сильных ветров, да? Жалко деревья. Тут также, смотрю, все-таки гуляют люди. Мы здесь не одни. Там на берегу бабушка сидит, бабулечка. Так, а там это у нас Юрмала. Офигеть, как красиво. Люди, видите, на велосипедах катаются. Кто как отдыхает. Мы сейчас вышли на тропу такую, видите? Здравствуйте. Здрасте. Красавчик. Ты красавчик маленький? Красавчик, да. И еще один. Вот он здесь, раздолье. Значит, вот это место, где наше море встречается с рекой Лелупе. С этой стороны, честно скажу, никогда еще не была. Мы с вами гуляли где-то там, снимали видео, а живу я вот там. Прикольно. Значит, с той стороны это уже Юрмала. Сейчас выйдем на пляж. Песочек тут, кстати, мягенький, чистенький. Люди, так я понимаю, тут рыбачат. А это что, водоросли, да? Это не водоросли. Значит, вот мы сейчас поближе к воде подошли. Вот там я живу. Здесь вот виднеется Дзиндери, центр Юрмалы, Лелупе. Вот, кстати, надо будет как-нибудь с этой стороны подойти. Здесь вот, видите, рыбачит. Тут такой пляж интересный. Друзья, значит, после магазина Мэры я сделаю еще одно видео, как мы съездили в очень интересное место. Я вам покажу его в следующем видео. Так, здесь уже попрохладней, ветер. Поэтому мы с вами одели капюшон. Место шикарное. Так, заходим к вам с вами
какие-то врата. Видите, или тут футбол играют, или сетку натягивают. Или это так оно и было. Такой пляж интересный. Представляю, какие тут сильные ветра бывают. Смотрите, все деревья от ветра просто. Так страдают, мне так их жалко. Здесь также есть чайки, видите? Так что все на месте. Не, посмотрите, какое полотно. Самое красивое место, не знаю почему, мне понравилось в самом начале, когда мы первый раз вышли к морю, когда там такой берег дикий. Очень красиво было. Там немного дальше, я так понимаю, нудистский пляж. Довольно-таки много людей гуляет, а особенно много людей мы заметили на той стороне. Сейчас покажу. Там людей много сегодня. Друзья, сейчас выйдем в эфир, посмотрим, как тут ловит, не ловит. Блин, жалко, я купальник не взяла. Ой, а зачем купальник? Это же нудистский пляж. Так, значит, вот здесь вот раньше был завод Юрас Лицис. Дальше вот запоминаем вот эти палаточки. Мы туда сходим с вами. Там, я понимаю, что это с йогой связано. Вот с той стороны мы еще с вами подъедем. Погуляем. Тут слышу, самолет взлетает. Видите? Красота. Такой шумный. Да, подъедем с вами теперь на эту сторону. Так, все, с этого места мы уезжаем, но сюда обязательно еще вернемся. Что-то я засняла до того, как включила эфир, но чувствую, что маловато будет. Маловато. Нужно будет еще вернуться. Люблю такие места. Мне очень нравится. Найти бы сейчас выход отсюда будет вообще замечательно. Красивейшая просто. Природа просто невероятная. Мне, знаете, какие мысли посещают? Вот деревья вырастают и от ветров падают, да, так? И все. И тут смотрю, маленькая сосна надеется, просто надеется на то, что ей удастся избежать этой судьбы. Красота нереальная. Здесь, смотрю, гуляют семьями поближе к природе. Так классно, тихо, спокойно. Надеюсь, получится видео. Вот. Если кто-то был здесь, напишите. Может быть, здесь есть еще какие-то такие интересные места. Это мы только в одно место выбежали. Но, к сожалению, мне надо бежать. Бегу, прям бегу. Такое место классное. О чем я вообще думала, когда решила, что мне хватит здесь часика погулять? Вот скажите, о чем? Здесь нужно прийти, сесть и просто вот медитировать, релаксировать. Вот так вот. Смотрите, какая тропинка.
Я иду сейчас по хорошей тропинке. Мы с вами в прямом эфире прошли такие кусты, такие препятствия. Но опять же, видим цель. Я увидела воду и не видела никаких препятствий. Взяла и пошла. Также много деревьев вижу. Вот, покусано бобрами. Так что вот идея для тех, кто живет в Латвии. Какой прекрасный пляж есть. Сколько тут можно фотографий сделать, клипов заснять и просто посидеть, отдохнуть. Так что вот кому-то как идея. Так, муравьи проснулись. Такой по пути нам встретился огромный муравейник. Кажется, раз и все. Речку переплыл и дома почти. А оказывается, мне 1,5 часа еще на машине ехать. Такие крюки по дороге, видите, встречаются. Вот это сюрприз. Я думала, что просто погуляю по лесу. Ну, к речке подойдем. Но я не знала, что там будет так красиво. Настолько. Классно тут, видите, территория, дома. Представляете, в таком месте люди живут, красивейшим. Так, смотрю, пока гуляли, уже автобус вернулся, 36-й, и манта. Люди уже собрались на остановке, рыбаки. Вот видите, это мы погуляли, конечно. Бегу. Так что, друзья, если что, кольцо 36-го. Автобуса. Вот он. Садитесь, едьте прям до кольца и налево в лес. Точно, смотрите, не заметили этого знака, когда в лес приходили. Так что будьте внимательны. Здесь могут быть клещи. Судя по значкам, только в этой стороне есть клещи. На этой я не заметила такой таблички. Так что... с этой стороны можно гулять. Там у нас, значит, море, куда мы выходили. Здесь тоже, смотрите, на дерево интересное такое встретилось. Видите, кто-то бросил свои кеды. За мной едет автобус. Это так страшно. Так, ну все. Мы поехали дальше. А здесь, смотрите, бесплатная парковка. Хороший такой выход. Ну-ка, здесь мы еще не были. Тут, смотрите, дорожки есть тоже прогулочные. Вот, все, машин много, люди отдыхают. Сейчас пойдем, подойдем тоже здесь, выйдем, точнее, к морю. Так, тут я смотрю, все для людей. Сейчас я покажу. Здесь есть, значит, на территории туалет. Шикарнейшая парковка бесплатная. Много мест для инвалида, целый для инвалидов целый ряд. Значит, кто хочет побродить по лесу, едем дальше до кольца. А кто хочет выйти на такой красивый пляж, значит, выходим раньше на остановочку. Значит, здесь ведется видеонаблюдение. Можно купить кофеечку, можно. Собакой нельзя, курить нельзя и мусорить нельзя. Значит, здесь есть. Значит, можно принять душ. О, прикольно. Прикольно, прикольно. Такая здесь красота. Дабас. Парка Пьетура. Выходим здесь. Все так цивильно, все так красиво. Так, ну-ка сейчас засниму идеи, чтобы нам в Каугаре тоже, может, что-то такое сделали. Так, это, наверное, местная спасалка. Или магазинчик какой-то. И вот я уже вся в предвкушении. Значит, заметила разницу. Здесь у нас синие переодевалки, голубенькие. Вот. Кафешки. Шашлычок, коньячок. Все такое. Тоже есть паутинка. Шикарно. Значит, что я вижу? Есть классная территория, где можно, смотрите, посидеть,
не в песке. Видите, такие скамеечки. Посидеть, полежать. Прикольно. Есть также, вот, можно приехать на инвалидной колясочке, например. Видите? Такой домик прикольный. Много людей гуляют, играют, отдыхают. Класс. И здесь даже скамейки эти оранжевые. То есть разницу чувствуете? Там дальше вижу баскетбольное кольцо. Также зона сети натягивает, наверное, летом. Волейболчик играют. Дальше смотрю, вышка. Сразу три. На этой стороне сразу три переодевалки. Я все время хочу назвать примерочная. Не переодевалка, а примерочная. Вот такой вот здесь вид. Там немножко дальше, я так понимаю, пляж, где можно без купальника загорать. Вот так вот. Скамеечка. Подойдем немножко к водичке. Здесь я тоже впервые, я вам скажу. Чувствую отличие. Тут сразу вижу глубже. Видите? Красота. Значит, парочками гулять налево. Без парочек, голенькими гулять направо. Ну, действительно так получилось. Видите, там по одному гуляют человечку, а здесь все по парам. И вот такие тут скамеечки. Мы с вами отсюда выбегаем, потому что нам нужно успеть еще дома вечером дела. Хорошая зона для отдыха. В общем, классно. Все для людей. Все для людей. Также вот дорожка. Вот так вот. Такой песочек даже, смотрю, отличается от нашего. Ну-ка. Да. Чувствуется не наш песочек. Шутка, конечно, ребят. Я надеюсь, вы понимаете, что я шучу. Но все равно здесь я еще не была. Раз мы в этой стороне оказались, ну как вот не выйти, да? Вот дорожка к небу. Класс. И вот тут, я так понимаю, кафешки скоро откроются также. Очень даже ничего, такое местечко. Уютненько. Вот видите, вот сейчас будет делать продолжение. Не знаю, может, еще кафешку поставят. Также можно поверх погулять, по дюнам. Тут вот песка, море. Не то, что вот у нас, кстати, вот отсюда бы взять пару машин, да к нам отвезти. Здесь его, смотрите, прям лопается. Видите, не выдерживает уже ограждение. Сколько много песка. Вот, а у нас не так много. Настолько классный пляж, что даже телефон не выдержал. Понимаете, телефон у меня просто... Все, места нету больше. Значит, видите, что налево, что направо есть дорожки прогулочные. Классно. В общем, была рада здесь побывать. Мы едем дальше. И очень нравится то, что здесь есть душ. И нравится то, что есть бесплатная парковка. Вот так вот. В Акарбуле. Парковка была в начале самом. И здесь тоже, видите, шикарнейшее просто. Так что здесь места всем хватит. Вот видите, на остановку раньше.
направо поворот, это уже будет конечная. И тут будет написано «Выход к морю». Вот остановочка, все, вы здесь выходите. На обратной дороге мы обратили внимание, смотрите, поля, это все будет новый поселочек. Здесь уже даже есть план, есть вот разметки всякие разные, так что все, вот поля эти все будут скоро в домах. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр и всем пока!